я буду заниматься общественной деятельностью. В каком объеме, я еще не могу сказать. Но, конечно, я буду обязательно, где бы я ни была, ребенок мой будет ходить в школу, я буду в школе заниматься общественной жизнью. То есть это будет касаться проектов города. То есть, да, обязательно я не смогу быть уже равнодушна к тому, что происходит вокруг меня.